Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба, для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает, как тактический резерв, а стратегический резерв – это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием. Начали появляться подробности. Министр обороны специально прибыл в Ростов для того, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК «Вагнер». Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов в темную, чтобы нас уничтожить. Это не военный переворот. Это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам. Большинство военных нас горячо поддерживают. Приходят сообщения. Спасибо, парни. Наконец-то наступит справедливость в армии. Наконец-то вы добьетесь, чтобы нам дали боеприпасов. И чтобы нас перестали кидать на мясо. Только что пришла информация. В ростовском морге министр обороны велел спрятать 2000 тел, которые хранятся там, чтобы не показывать потери.